Приветик, не спящие. С добрым утром, Набетта. Вставай, вставай. Подтягивай свои панталоны. Нам с тобой еще с боссом воевать, между прочим. Так, это мне все пригодится. Мне кажется, или что-то не так? Да нет, походу не кажется. Так, мои наушники, походу, немножко умирают. Да, так и есть. Вот так-то лучше. Так вот, о чем я? Как ты убрала палку себе в сумку? Ладно, неважно. Пойдем умирать. Можно побыстрее? Вот это она смачно лицом дно поцеловала. Давай быстрее, серьезно. Некогда мне с тобой возиться. Руньк. Вроде как, я нашел источник этих злополучных ублюдских лагов, которые периодически почему-то на записи появлялись, а при игре нет. Ну и будем надеяться, что теперь я их решил, и они появляться больше не будут. Так вот. Да, все нормально. Камешки, камешки. Я вот думаю. В принципе, можно еще раз сгонять. Ну, в принципе, и такой набор меня устроит. Что делать с этой тварью? Как с ним бороться? Я могу, конечно, попытаться завалить его льдом сейчас, но очень сильно сомневаюсь, что это поможет. Она меня зацепила, да? Да, она меня зацепила. Ну и ладно. Неполное ХП — это не так страшно. В конце концов, можно... Отрегенерировать! По-моему, льдом будет гораздо эффективнее его убивать, потому что, может быть, от огня за один залп проходит по грудине у него там по 16, но этого, как вы могли видеть, просто недостаточно. А так у него, вон, влетает двадцатник, ему хорошо. Блины? Блины. Да. Увороты. Уворотики — это весело! Спасите! Больно ж. Нет, это не какое-то чешское имя. Просто неприятно. Блин. Блин. Спасите. Помогите. А, да как ты это делаешь? Моника показала нам слоника. Сволочь! Сволочь! Ну, в принципе, ладно. Первая стадия у него выбивается льдом просто на ура. Мне понравилось. Отлично умирал. А вот с дальнейшими стадиями, да, там беда. Там прям, вернее, прямо проблема какая-то. Как его побеждать? С уворотами там реально проблема. Ведь не будешь меня убивать? Да чтоб тебя ножницы твои в одно место изнасиловали! Чёртова хрень. Давай без катсцен. Доели. Да-да. Повернись. Неплохо. Жить можно. Начинаем.
начинается жопа. Это я зря. Но, в принципе, успели. Ладно. Может быть, ей, кстати, по башке заехать разок. Ну, чтобы она вот это вот не кастовала. Против льда, кстати, не помогает. Ее эта хрень. И соблюдение дистанции. Это важно. Это важно. Ай, кнопка не та. Не та кнопка. И что? Вот как мне с этим ублюдским трекингом уворачиваться от него? Очень близок. Ну, я пожадничал. Я серьезно пожадничал. Я решил, что во что бы то ни стало добить сволочь. И может быть там катсцена подоспеет вовремя. Но, увы, увы, на бете не хватило немножечко силенок. Поэтому ей придется умереть, наверное, еще разок. Но, конечно, последние стадии просто жесть. Это слишком много атак. Одна за одной. Убийственные на пол хп, а то и на все хп. Это просто жесть. Если ты пропускаешь одну, то тебе трындец. Конечно, на последних стадиях реально жесть. Не Dark Souls, конечно. Но неприятно. Сравнивать эту игру с DS не стоит, потому что DS тут и рядом не валялся. Это совершенно разные игры. Не в плане того, что DS хуже. DS лучше во всех отношениях. А в плане того, что игры просто разные. Их нельзя сравнивать. В принципе. Ай, слишком близко для блинов. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Обычное дело. Блин. Твою ж. Повернись. Что? Как ты достал до меня? Ай! Ну, это был дабл джамп. Дабл джамп практически все обосрал. Я мог в воздухе еще увернуться. Но в случае этой игры она дает выбор: либо уворачиваешься в воздухе после первого прыжка, либо делаешь второй прыжок и уже не уворачиваешься в воздухе. И это небольшая проблема.
Я вот думаю, может быть, ее загореть сразу, чтобы она сюда скаканула. Каждый раз мимо нее бегать так неудобно. Ну, хотя она меня не зацепила, так что, наверное, норм. Вставай давай. Прямо перед границей катсцены упала. Перед триггером, так сказать. Я думаю, навешивать бесполезно себе мантию. Блины. Больно. Как интересно. Не помню у нее такой атаки. С доскоком. Блины. Как это происходит-то? Понятно. Воу, фризануло. Вставай. Фейерверки мне ни к чему. Ненавижу эту атаку. Норм. Жить можно. Нельзя жить. На бета. Они просто забрасывают. Просто забрасывают всем подряд. Ну давай быстрее. Ни секунды покоя, ни минуты покоя. Сволочной босс. Ну так вот, я считаю, если они обузят, то почему мне нельзя? Эй, ты! Не бей меня, я иду, аккуратненько, окей? Окей. Ну просил же меня не колотить, ну... Мрак, просто мрак. Понеслась. Повернись ко мне лицом.
и прими смерть достойно. Блины. У него еще есть атака. Не блины. И она опасна. Бывает иногда. Шутник. Шутник. Блины. Да как вы меня достали, скоты? Хватит со своими блинами в мой дом лезть. Вернее, ко мне. Реально задолбали? Ну, конечно. Подъем. Ага. Ага. Ай-яй-яй. Достал все-таки. Ага. А что, я его сожрал, что ли? А, она его уронила. Ну, поздравляю. Еще одна копилка. Победа на беты. Вернее, еще одна победа в копилку на беты. Так, она и этот уронила. Блеск. Да иди ты в одно место, мать твою, за ногу! Сволочь, просто сволочь. Два камня. Она уронила два сраных камня. Бабы все портят вообще. Все на свете. Все, что только могут. Да, давайте еще полчаса посмотрим на лежащее тело на дне компота. Компотной реки, компотовой реки. Что это вообще? Ну это точно не лава, это не может быть лава, потому что, ну не бывает лава такая жидкая. Это компот. Ну или сок какой-то, или подсвеченная снизу вода. Или просто кто-то на полградуса ручечку смесителя повернул. Обычное дело. Ну давай быстрее, ё-моё. Зачем они сделали такие долгие экраны смерти, скажем так? Почему нельзя было это делать сразу? Бред какой-то. Ну да ладно. Я, кстати, думаю, вполне возможно делать то же самое, только перед смертью выходить в меню и сохранять весь набор. Не попало, не попало. Бесполезное существо. Вернее, бесполезный кусок пикселей. Ну давай сразимся еще раз. Ага. Хватит танцевать. Дерись как мужик. Воу. Вот это он знатно приложил лапу. Yeah.
к одному набетскому месту. Опа. Блин. Понятно. Ладно, меня это устроит. Что? Ты... Это шутка какая-то должна быть. Они просто ее закидали. Вот... Просто закидали. Не дали даже продохнуть. Пипец какой-то. Что это за херня вообще? Сколько стоит твоя хрень? Вот ты, 240. Мне таких надо два, как минимум. По 42 за штуку. Это что дает? Ага. Ага. Ну... 42 за штуку, ладно. Пойду попробую набить. Сколько дашь? 32. Даже меньше. Класс, класс, зашибись. Можно, интересно? Наверное, можно. Надо проверить эту теорию. Ага. А тут... Ага. Видимо, все-таки нельзя. Собирался запрыгнуть на крышу, посмотреть, что там есть. Вон там какие-то клопки. Ну ладно, это не страшно. В принципе, будет еще один повод пробежаться по этому месту, собрать еще немножечко душ, купить пару кристаллов, и может быть с ними получится воевать, а может быть и нет. Один кристалл я накопил, пойду накоплю на второй. Мина кончается. На бета раздевается. Вернее, падает. Угу. Зума не хватает. Неудобно. Ну, хватит уворачиваться от меня. Ну, чего вы? Чего началось-то? Да хватит, ё-моё! Иди сюда, ты говно.
Да вы посмотрите на эту скотину круглую. У меня аж мана кончилась. Ё-моё. Где ты там? Да... Сволочь! О, наконец-то! Аллилуйя! Кто там еще? О, где-то там. Да в него уже хрен, наверное, попадешь. С такими-то воротами? Да ну нафиг. Пойду лучше дальше. Да иди ж твою мать. Вроде здесь. Ну прыгать на Shift так непривычно. Нет, я не буду менять настройки клавиш, потому что это часть геймплея. Страдания тоже часть геймплея. В частности, страдания из-за управления. 42. Так, давай мне вот этот кристалл. 38. Ну, в принципе, можно еще затарить. Жалко, их перетаскивать нельзя на панели, то неудобно. Вообще капец. 38. Ну, в принципе, эту грохнуть мне хватит. Эх ты! Балда! Ай! Хватит меня убивать! Чё ты такая вредная? Вернее, агрессивная. На тебе по заднице. Все, что ли? О, так быстро. Дай сюда свои души, я пойду затарю еще один кристалл. Трунк. Так, вот этот мне, будьте любезны. Хорошо. Ну все, понеслась. Ты ведь не отреспаунилась там, правда? Мало ли. Они после сейва, по-моему, не респаунятся. Они респаунятся только если умираешь и загружаешься заново. Как громко. Знал, что не блины. А вот теперь блины. Так, что такое? Что случилось-то, ну? Давай только без догонялок. Да какого хрена? Я ж неуязвимый, когда уворачиваюсь. Да иди... Ты, мать твою, за ногу в одно место. Да-да, свои прекрасные развороты рестлинговые покажешь своим друзьям в черных одеждах. По-моему, дело нифига не в кристаллах. Думаю, а имеет ли смысл настреливать в него постоянно? Ну, то есть наносить по десяточке вместо двадцаточки. По-моему, нет. Но выбора немного. Блин! Я же нажал у ворот! Что за херня? Нажимаешь у ворот, она не уворачивается. Может, тогда не нажимать у ворот? Тогда она начнет уворачиваться?
Та-дам! Ну что, Моника, показывай своего слоника. Только не говорите мне, что это вторая стадия. Или какая-то уже четвертая? Твою мать! Вот на бета бежать. Пора бежать. Отступление — это не трусость. А, ну тогда ладно. Искупайся в лаве. Я тоже в лаве много раз купался. Пока с тобой воевал. Ну что ж, одной тварью меньше. А что дальше? А-а-а. Не меньше. Моника! Головка от слоника. Опа. А где будет сейф, если я это? По 30. Если я это самое? Ага. О, надо перепрыгивать ее лапки. Вернее, руки. Намек ясен. Что? Моника, не надо! А у Моники много ударов, я так смотрю. Вот. Только не говорите мне, что мне придется проходить эту хрень заново. Я на это говно не подписывался. Я сейчас пойду проверю, если там эта хрень появится снова, то я просто забью. Я не буду с ней драться, я не хочу. Это слишком бредово. Только не... Давай сразу со второй стадии, а? Ну давай со второй. Ты ведь хочешь со второй стадии начать, правда? Твою мать! Я не буду в это играть. Пошло оно нахрен! Допустим, эта стадия еще ничего. Ок, это проходимо там. Кое-как, с горем пополам, но это проходимо. Это все можно пройти. А вот ее ублюдскую еще и третью там стадию, четвертую, пятую, десятую, нафиг надо мне вот оно. Я сейчас совершенно без камней, без магии, без чего-то такого. Мне игра откровенно говорит, иди фарми просто, вот сколько можешь, столько и фарми. Потому что без прокачки, чего я ей сделаю? Посмотрите на этот урон просто и что? Что я ей сделаю? Смешно. Это даже не урон, это анекдот просто. Посмотрите, что это такое? Что? Что это вот? Что это был за странный звук? Ладно, не важно. Ну, он еще и ко мне с подкатами. Блины. Ну, конечно, по таймингам я не успел уложиться в это. А это не то вообще. Не взрывну и догоняет тебя фейерверком. А, это лютый бред просто. Просто бредятина. Совершенно никакого настроения в это играть нет. Что с этим делать? Самому интересно. Но настроения играть в это нет. Если бы был какой-то
призрачный шанс победить, то, может быть, я бы попробовал. Но здесь проходить первую стадию, скажем так, приходится с камнями, причем камни уходят на первую стадию целиком все. Проходить вторую стадию без камней вообще, походу, нереально. Ну, или, по крайней мере, у меня сейчас нет настроения этим заниматься. Ну, да, да. Мало вышло, кто спорит. Сейчас игр и так достаточно, кроме этой наветы. Так что она подождет, когда я там соберусь, что ли. Вернее, когда будет у меня настроение, вот тогда, может быть, я ее допройду. Ну, а пока что такие дела.